Уважаемые любители моих небольших роликов о выдающейся отечественной и зарубежной науке. У нас сегодня большое развлечение, потому что по многочисленным просьбам трудящейся интеллигенции, которая страдает от таких произведений, или наоборот, получается дополнительный импульс к развитию, я взялся прокомментировать известного деятеля Роберта Сапольского. Две книжки «Биология добра и зла» и «Гены. Наше тело и общество». Вот эти две замечательные книжки. Почему я называю его не ученым, а деятелем? Потому что он на самом деле деятель. У нас таких тоже полно. Некоторых называют деятелями, например, искусства или деятелем науки. И чего же они там наделывают? Ну, это нам хорошо известно, поскольку хождение в театр сотруднено с известными проблемами, не только финансовыми, но и с тем, что там смотреть в основном нечего. Собственно говоря, к этому же отряду боевых деятелей относится Роберт Сапольский. Сначала нужно несколько слов сказать. Он очень популярный человек, читает лекции, пропагандирует всячески свою науку. А чем он, собственно говоря, занимался? И что это за человек? Что это за ученый, иначе говоря? Каким образом он добрался до биологии добра и зла, до генов, до нашего тела? А сколько он здесь пишет о мозге, вот в этих толстых книжках, я вам передать не могу. Просто такое впечатление, что перед нами действительно большой знаток человеческого мозга и человеческого поведения. На самом деле, откуда он взялся? Это очень специфический человек, родившийся в 57 году. Родители его эмигрировали из России, поскольку были ортодоксальными евреями, и перебрались в Америку. Что дальше? А дальше он заканчивает довольно престижный колледж, Стэнфорд, не так вот, не больше, не меньше. И неожиданно, не имея ни одной работы научной, ему тут же дают стипендию МакАртура. Нетрудно догадаться, за какие такие наследственные заслуги. Я думаю, что тут комментарии излишни. И он прямо на эту премию сразу же и отправляется довольно далеко. То есть наблюдать, изучать обезьян в Кению, потому что у него особенности характера были специфические. Он своими родными, еще раз напомню, ортодоксальными евреями, сильно повздорил. И, в общем, его отправили на перевоспитание в Африку. На эти самые деньги фонда МакАртура. И потом он получил еще и награду от этого же фонда. Ну, все по той же причине. Еще не имея никаких заслуг перед наукой. Но тем не менее, он поехал, стал наблюдать за обезьянами. Ну, вот, и это стало поводом, собственно говоря, для некоторых исследований, которые, в общем-то, заключались в том, что они померили там, не он сам, причем, как я понимаю, кое-какие гормоны у этих самых бабуинов. Понаблюдал он за ними не так долго. Вернулся обратно, при этом сразу же сделался выдающимся ученым, получал кучу премий и вошел в американскую ассоциацию, и награды по психологии, чего только не было. Но если вы начнете искать научные работы, то у вас возникнут затруднения. Потому что, собственно говоря, научных публикаций-то нет. Есть популяризаторские, очень поверхностные книги, которые вызывают некое беспокойство. Эти закладочки говорят о зонах беспокойства. Ну, во-первых, это очень агрессивный, но, видимо, общение с бабуинами привело его к такому. И очень недалекий человек, который все время обращается таким к Микки Маусам современной науки. Ну, например, вот в этой книжке он с 24-й страницы начинает цитировать овечку Долли. Помните овечку Долли? Первое млекопитающее клонирование из клеток взрослой особи в 96-м году. Напомню. Взяли ядро, пересадили в яйцеклетку. Должна была получиться полная генетическая копия, овечка Долли. Но старая овечья клетка
может делиться недостаточное количество раз, что много раз уже обсуждалось. У животных 50 клеточных делений. Если вы берете в яйцеклетку, сажаете уже попользованное ядро, в котором осталось 15-20 даже клеточных делений, никакой вещи из нее получиться не может. Это старая ошибка. Я комментировал ее еще когда это в 98 году на специальном собрании за океаном, где было всем ясно, что клетки с выбранным хайфликом, пересаженные в оплодотворенную яйцеклетку, никаких овечек дать не могут. Это липа. Я уже об этом много раз говорил. Но, тем не менее, Роберт Сапольский, у него знаний настолько мало, что он до сих пор умудряется втюхивать вот эти вот тривиальные вещи, которые уже давно всем понятно, что это было даже не ошибка, а умышленная фальсификация, никаких овечек доли, никакого клонирования получить не удалось. Вот. Дальше. И проекты такие же. Он, например, пишет, благодаря этой технологии мы в конце концов получим кучу клонов, у которых будет одинаковый мозг. Это говорит о том, что Роберт Сапольский вообще не понимает ничего о мозге. Даже внутри одной популяции, например, лягушек, Ксенопус левис, полученных от одних пары родителей. Индивидуальная изменчивость мозга в отобранной уже группе, то есть там, где более-менее стандартные, достигает 20%. А если взять целиком всех, и совсем маленьких, и совсем больших, то 30%. При генетически и одних и тех же родителей, однородных. Таким образом, он очень далек от понимания таких представлений, как репрессия генов в процессе развития. Это когда он оперирует к однояйцевым близнецам. Он не понимает, что генетически, если они живут раздельно и даже вместе, то у них на самом деле сходство будет генетическое с возрастом только нарастать. Это тривиальные вещи, известные в мировой науке уже много лет. Вот. Кроме этого, он абсолютно не понимает ничего о работе генома. То есть он считает, что буквально здесь и в этой книжке, и в этой вот толстой, что буквально существуют генетические детерминации форм поведения. Причем доходит до того, что даже не о полигенной говорит науке, наследовании, а моногенной. И этому масса свидетельств. То есть причем таких, что просто удивление достойно. При этом в каждой книжке его он сводит, сливает все вместе. Здесь и гены, здесь и генетическая война мужчин и женщин, и о пересадке генов, то есть все, что угодно. И про стресс в каждой книжке, и про мозговой, и про мозговых паразитов, и всякие сказки, там, которые он собирает из научно-популярной литературы. Некоторые, конечно, просто шокируют, но в большинстве случаев это просто безграмотные повторы таких же точно популяризаторов науки. Ну, попробуйте понять. Например, он пишет, физиолог Джаред Даймонд утверждал, что кроманьонцы отчасти связаны своим успехом тому, что они жили на 50% дольше неандертальцев. Откуда этот Джаред взял? Этой фактологии не существует вообще, потому что серьезных исследований анализа костей этих существ проводилось очень мало, и науке плохо известно. Ну вот. То есть, иначе говоря, вот используя такие аллегории, типа, что они жили дольше, значит, они могли сообразить, что у них было в прошлом, и экстраполировали в настоящее. То есть, нелепости рассуждений, касающихся человека, вообще невероятные, то есть, невозможно. Здесь даже цитирование это представляет собой просто анекдот. Ну вот, посмотрите. Например, очередной пассаж. Задумайтесь только, как странно, если бы группа людей была готова нести издержки, проявляя спонтанное сотрудничество, мы оказались бы в атмосфере стабильного сотрудничества и всеобщей выгоды. Ну, вот такое впечатление, что он никогда не видел, что его поведение отличается от человека соседнего, с которым с ним он разговаривает.
То есть удивительные дикие рассуждения построены, причем все на тех же старых аврамических дрожжах. То есть пересказы различных форм вот таких вероучений, они представляют просто паноптикум для меня, например. Вот. И так за что ни возьмись. Здесь и про отбор, и про общество. При чем тут общество? Где тут в обществе гены, если не брать патологию? Он, конечно, тут же добавляет. Ну, например, значит, если вы хотите жить долго в полном здравии, лучше быть богатым, чем бедным. Гениальная мысль для ученого, занимавшегося обезьянами очень недолго. И вот с этим он выходит на общественный суд. Вот, и тут же смешивает эти все вещи, ну, например, с юношеским диабетом, с наследственными болезнями. То есть он не понимает даже, что существуют различные механизмы наследования. Причем он тщательно обходит этнические особенности. Например, юношеский диабет, который известно у кого и как наследуется. То есть он не специалист ни в чем. Ни в диабете, ни в эволюции, ни в нейробиологии. Но, тем не менее, вот он берет просто из, простите меня, журналы популярные, и, например, вот глава такая «Преступление в детстве», и начинает дальше рассуждать. То есть ничтожный популяризатор, который заморачивает людям голову, причем с ортодоксальными представлениями, которые никакого отношения ни к реальности, ни к генетическим проверкам, которые необходимы в любой работе, не имеют. Он просто утверждает. Вот так и все. А для того, чтобы получше это считалось и кем-то покупалось, он сюда сует жареного все время. Вот, например, «Преступление в детстве» посвящено 20 страниц насилию и убийству родственников своих детей. Причем тут гены, наше тело и общество? Он никакой связи между генами, телом и обществом не проводит. Голословное утверждение дилетанта довольно жалкого. А эта книжка – это просто шедевр. Это здесь просто «дай мне наглядеться, гадость на тебя». Я такого вообще в жизни не видел, потому что огромная часть книги посвящена мозгу. Суть книги, на самом деле, стоит в безграмотнейшем, старом, 60-х годов известном направлении, высказанном нейробиологом Полом Маклином. Он такой же нейробиолог, как я, китайская танцовщица. Болтун и популяризатор умозрительных рассуждений своих предшественников. Оказывается, в мозге у нас есть слои. Значит, слой первый – древняя часть мозга, его основе. В этом слое формируются автоматические регуляторные функции. Учебник хотя бы надо переписывать пограмотней. Слой второй – часть мозга, появившаяся позже. Откуда он взял? Третья часть – недавнее или эволюционное приобретение, неокортекс. Ну да, ну, конечно, недавно. Если вам не 120 миллионов лет. Но это старое приобретение у всех млекопитающих, неокортекс есть. И даже не только у млекопитающих, а у сумчатых, у однопроходных. Дорогой Ной, это у меня переклинило. Роберт Сапольский – это номер два Ной Харари, от которого мы разбирали в прошлый раз. Который рассуждает, причем все хорошие слова, например, разбирается лимбическая система, о которой он не знает вообще ничего. Почему? Потому что он не знает ни структур туда входящих, ничего. Но зато это позволяет ему на уровне общих рассуждений выделять центры в головном мозге, которому приписывать свойств, которых нет. Причем он считает, что лимбическая система, то есть та, которая определяет наши инстинкты, встречается с корой в лобной области. Такое впечатление, что дорогой Роберт Сапольский бредит наяву от двух причин – безграмотности и культа личности. То есть он вспоминает в этой книжке все – и травмы знаменитого Гейджа лобной области, о том, как меняется это все, о том, как меняется поведение при травматизации. В лобной коре он, кстати говоря, видит только два отдела, ну, как у мышей. Ну, может, у него то же самое. То есть дорсальную, вентральную, префронтальную кору.
Там вообще-то много полей, которые известны уже более 100 лет, с функциями, с конкретными. Цитартонические карты. 47-е, 46-е, 45-е, 44-е, 10-е, 9-е поля. Это все входит. Разработанные системы, целые карты функциональной организации лобной коры. Об этом Сапольский вообще ничего не знает. И даже про главные поля 10-го и 46-го человека он ничего не видит. У него вот весь раздел, посвященный подразделениям коры. Это префронтальная кора, дорсальная, вентральная, все. То есть более безграмотного болтуна и более наглого фальсификатора я в своей жизни не видел. А какие перлы? Сочетаю. И вот еще одно важное. При увеличении нагрузки на лобную кору у человека снижается социальное чувство. Лобная кора – тормозный центр. Для того, чтобы тормозить свою активность, она потребляет много энергии. Нагрузка возрастает при торможении. Он вообще не понимает, о чем рассуждает и как работает мозг в своих базовых основаниях. Видно, что он только бабуином хвосты заносил. Да и то неизвестно, чем он там занимался. То есть, естественно, здесь непрерывные перекресты с религиозными пассажами, самыми ортодоксальными и дикими, сплошные перекресты с многочисленными, скажем так, нейробиологическими вымыслами, которые давным-давно опровергнуты практической нейробиологией и прикладной медициной. То есть медицина имеется в виду посттравматического анализа людей. Он этого ничего не знает и знать ничего не хочет. И как все, многие биохимики современные, у нас таких тоже хватает, он четко придерживается простой идеи. Гены регулируют поведение через систему гормонов. Пример. Далее глюкокортикоиды подавляют активность рассудительной, медиальной префронтальной коры в процессе обработки информации об эмоциях и лицах. Ну, хоть стой, хоть падай. Милок, он хотя бы про глюкокортикоиды почитал бы чего-нибудь. И особенно про их действие на фронтальную кору. И не у мышей, а у человека. И вот этими анекдотами заполнена целая книжка. И психологически есть глава «Психологический портрет с точки зрения биологии». Это тихий ужас. Потому что, ну, например, опять же, несчастные глюкокортикоиды, видимо, он слово это как-то выучил, чтобы на лекциях говорить, и говорит, что маринад из глюкокортикоидов неблагоприятно действует на мозг, особенно в период развития, снижает интеллект, самоконтроль, извращает чувство эмпатии. Откуда он это взял? От таких же точно горе-исследователей, которые переносят эксперименты на мышах и крысах на человека. Вот. Таким образом, а какие пассажи? Неблагополучное детство ослабляет и притупляет функцию гиппокампа лобной коры. Как оно притупляет? Как топор, что ли, которым стучат об рельс? Притупляет. Это прелесть. А вот в миндалине все наоборот. При неблагоприятных условиях она увеличивается в размере и становится чрезмерно чувствительной. Хочется крикнуть: «Робертик, очнись!» После рождения в гиппокампе пролиферации не найдено. Поэтому чрезмерно чувствительной и увеличиваться в размерах она не может. То есть безграмотность – потрясающее воображение. Ну и что вы думаете? Это эти замечательные книжки, они выпускаются, причем они дают очень четкие оценки. Он сторонник либерального подхода. Ну, вы знаете, с чем это связано, по Ною Харари. И кроме этого, он ненавидит страну, в которой вот его книжки переиздаются. Он просто впрямую здесь пишет, вот в этой книжке, о том, что если бы мои предки не уехали бы из России, а я бы остался в России, то я бы, наверное, был алкашом, маргиналом и прочее. Ну, в общем-то, он и таким и стал и там, могу сказать ответственно. Потому что, судя по тому, что он пишет, это достаточно маргинальное сочинение для как раз тех, в кого он превращаться, оставаясь у нас здесь, не хотел. Но самое интересное не это. Самое интересное, кто же это такое учудил? Кто у нас издал?
в 22-м году, обращай внимание, сейчас 23-й, такую книжку. Ах, это уже знакомые нам Альпина нон-фикшн издательство. А кто ж его финансирует? О, тут очень интересно. Это проект, книжный проект Дмитрия Зимина. Напомню, именно он обеспечивал вывоз и привоз известного блогера, который отравился у нас в Сибири, переев непромытых груздей. Ну, потом в клинике Шарите их выдавали за новичок, который неожиданно сохранился у нашего блогера на протяжении недели. На самом деле типичное отравление, как бледная поганка или непромытые грузди. Там два токсина, один снижает сахар, с чем человек попал в больницу, а второй как раз это тот самый ингибитор, который во всех боевых отравляющих веществах и действует. Так вот, этот замечательный фонд, династия, между прочим, признанный нежелательной организацией, иноагентом. Теперь он уже превратился в эволюцию. И здесь вся компашка. Это тот самый, который выпускал книги «Система Просветитель». Тот самый, который финансировал знаменитую премию по лженауке. Это все одно и то же лицо. И туда как раз ходят все те самые Гельфанд, эти Соколовы, арифметики, биологи, псевдоантропологи, Марков, Немарк, Дробышевский. Это все одна компания. И вот это поддерживается через Зиминский фонд. То есть СОДА помогает. И помогает Вымпелком, конечно, своими деньгами. Переводчики Елена Немарк. Могу сказать, что не только я, многие читатели, даже вот этого Роберта Сапольски, часто находили, что вдруг появляются какие-то тексты у Роберта Сапольски, которых никогда не писал, сличая вот это вот с книжками, изданными на Западе, по-английски. Так что относиться к этому надо с большой осторожностью, потому что переводы до известной степени как бы так улучшены в нужном направлении. Научный редактор Даниил Марков. Между прочим, все та же самая компания, обращаю ваше внимание. Поэтому могу сказать одно. Книжка замечательная. Для тех, кто хочет окончательно ни в чем не разбираться. А выпуск в 22-м году ставит под вопрос, а куда смотрит, собственно говоря, организации, призванные следить за составом литературы, которая призывает к таким вещам, которых страшно даже читать. Но я вам просто приведу фразу, это запрещено у нас. Он начинает в видении обсуждать, значит, что бы он сделал с Гитлером, если бы до него добрался. Понимаете, чем попахивает. И он мечтает о том, чтобы, значит, его ослепить, обездвижить, чтобы он питался через трубку, а потом начать мучить. Вот этот садист, который с садистскими наклонностями к любому человеку относится, честно признается. Иными словами, у меня в голове мешанина из мыслей и ощущений отношения насилия, агрессии и соперничества. Как у большинства людей, откуда он знает? Если он все время отягощается такой агрессией, которая приводит к написанию и изданию в нашей стране текстов, которые вообще запрещено публиковать, то почему все остальные такие-то? Так что, уважаемые слушатели, для изучения нейробиологии и мозга, как только увидите такой шедевр, бегите от него. Чем дальше, тем быстрее, потому что здесь что состав издателей, что состав писателей не выдерживает никакой критики. Дилетантизм, возведенный в инструмент политики и используемый в том числе против нашей страны, это, конечно, ни в одни ворота не лезет. И у меня вопрос, а куда смотрит, собственно говоря, наша Академия наук? Или там все нормально? Куда смотрят специфические его надзорные органы, продолжающие разрешать выпуск подобных шедевров? Мне кажется, должно быть, ну, хотя бы стыдно. А так, я буду считать свою задачу выполненной. Если вы увидите фамилию Роберта Сапольски, постарайтесь опустить глазки. На этом, уважаемые слушатели, до свидания.